Ребята, всем привет! Вы на канале AMF Films. Фильм о том, как отец Винчестеров будет разбираться с очередным делом или не вошедшая история в сериал сверхъестественного. У микрофона Марк, и это пересказ кинофильма «Шкатулка проклятия». И снова фильм основан на реальных событиях. Это случилось с одной семьей в течение 29 дней. Клайд Бреннек работает баскетбольным тренером. После работы он идет к бывшей жене Стефани, чтобы забрать дочерей Эмили и Хану на выходные. Младшая дочь в восторге от нового дома отца, а вот старшая подросток недовольна, что ей придется провести уикенд вдали от города. На следующий день, проезжая мимо гаражной распродажи, она предлагает заглянуть туда. Внимание М привлекает старинная деревянная шкатулка. Отец с радостью оплачивает все, что выбрали девочки. Ночью М слышит какой-то шепот. Девочка встает с кровати и идет к шкатулке. Ей удается справиться с хитрым механизмом и открыть ее. В этот момент все вокруг стихает. Внутри М находит много интересных предметов – кольца, статуэтки и прочие безделушки. Еще раз порадовавшись удачной покупке, она закрывает шкатулку и ложится спать. Утром все просыпаются от криков Ханны. В ее кровати насекомое. Отец прихлопывает крылатого гостя, вызывая недовольство младшей дочери. Дело в том, что Эмили является ярой защитницей всего живого. Позже, наблюдая за тем, как сестра танцует, Эм признается, что странно себя чувствует. Ей кажется, что она становится какой-то другой. Ханна списывает все на то, что развод родителей, и предлагает младшей сестре не обращать на происходящее внимания. Вернув девочек к матери, Клайд выслушивает от Стефани море упреков за то, что нарушил все ее запреты касательно питания детей. Забрав остатки своих вещей, мужчина возвращается домой. Недели спустя Клайд снова привозит дочерей к себе. Наутро Клайд не может докричаться до М. Войдя в ее комнату, мужчина видит, что дочь сидит перед раскрытой шкатулкой и смотрит в нее, как завороженная. Ему удается вернуть ее к реальности, лишь дотронувшись до нее. За завтраком Клайд замечает, что М ест как-то механически. Она просто заталкивает в рот кусок за куском, даже не глотая еду. Когда он протягивает к ней руку, чтобы спросить, в чем дело, девочка вонзает вилку в ладонь отца. Она тут же приходит в себя и начинает просить прощения. Вечером Ханна готовится ко сну. Стоя перед зеркалом в ванной, она видит, как из шкафчика вылетает несколько насекомых. На крик прибегает отец. Они вместе наблюдают за тем, как несколько насекомых выбираются из-под двери М. Открыв дверь и включив свет, Ханна и Клайд изумленно смотрят на то, как девочка сидит на кровати, а вся ее комната наполнена летающими мотыльками. Отец выносит младшую дочь из комнаты. Она никак не реагирует на происходящее. На утро Клайд вызывает службу по борьбе с насекомыми и отвозит девочек домой. Мужчина разговаривает со Стефани о странном поведении Эмили. Бывшая жена уверена, что причиной стал их развод. Несколько дней спустя, проводя очередную тренировку, Клайд теряет счет времени и пропускает выступление Ханны. Вечером он звонит дочери, чтобы извиниться, но та, не желая разговаривать с отцом, передает руку младшей сестре. М, не в характерной для нее манере, спрашивает о своей шкатулке и велит не подходить к ней. Это настораживает Клайда. Вернувшись домой, он первым делом идет в спальню, чтобы что? Правильно, рассмотреть содержимое злочастной шкатулки. Несколько дней спустя, сидя на уроке, Эмили видит, что ее сумку с шкатулкой взял одноклассник. Она набрасывается на мальчика и закатывает жуткую истерику. Когда родители прибывают в школу, директор сообщает, что в последние две недели девочка ведет себя очень странно. Она отдалилась от подруг и утратила интерес к тем вещам, которые были для нее важны. Вечером, проверяя тетради учеников, мисс Шанди слышит странный шепот. Ее внимание привлекает отобранная у Эмили шкатулка. Женщина пытается открыть ее. В этот момент из ее глаз начинают литься кровавые слезы. Дверь кабинета захлопывается. Неведомая сила швыряет бедную учительницу из стороны в сторону. В конечном итоге ее выбрасывает в окно. Мисс Шанди погибает. Утром Клайд пытается поговорить с дочерью о смерти учительницы, но Эм, не прерывая завтрака, лишь просит забрать из ее класса шкатулку. Отец пытается выяснить, почему так вещь эта важна для девочки, но она не может однозначно ответить. Эмили говорит, что в шкатулке живет ее друг. Это женщина. Она говорит девочке, что та необыкновенная. Когда отец просит познакомить ее с этой женщиной, девочка отвечает, что ее никто не может увидеть. Поняв, что дочь одержима странной вещью, Клайд выбрасывает ее на помойку. Узнав об этом, Эм начинает говорить отцу обидные слова по поводу их отношений с матерью. В этот момент неведомая сила бьет девочку по лицу. Со стороны это выглядит так, будто ее ударил отец. Выбежавшая Ханна именно так и подумала. Обезумевшая Эмили выбегает на улицу в одной ночной рубашке и бежит в ночь, не разбирая дороги. Что-то неведомое ведет ее к мусорному баку, который Клайд выбросил ту самую шкатулку. Голос начинает что-то нашептывать девочке. Мотыльки, летающие рядом, влетают в рот девочки, и она теряет сознание. Клайд находит ее и несет к дому. Там его ждут взволнованные Стефани и Ханна, а также полиция. Бывшая жена подает жалобу в суд, и мужчине запрещает видеть
общаться с детьми. Разъяренная женщина отказывается идти на какой-либо контакт с мужем. Новый бойфренд Стефани, Брэд, пытается разрядить обстановку. Позже он встречает Эм в гараже. Она молчит и странно смотрит на мужчину, пряча руку за спиной. Разжав ее ладонь, Брэд видит человеческий зуб. Отвернувшись, чтобы разглядеть его, он не сразу замечает, что с девочкой происходит что-то неладное. Ее одолевает рвотный позыв, глаза заволакивает белой пеленой, а по лицу под кожей что-то шевелится. Через несколько секунд все проходит, и когда мужчина разворачивает Эм лицом к себе, она уже выглядит как обычно. В это время Клайд забирает с собой шкатулку из помойки и везет к своему знакомому профессору Мэннет. Осмотрев предмет, профессор говорит, что это шкатулка с дебуком, дух неупокоенных людей. Такие шкатулки делали, чтобы посадить зло под замок. Вернувшись домой, Клайд начинает искать материалы про дебука. Мужчина понимает, что в его дочь вселился демон, которого необходимо срочно изгнать. Подобрав момент, когда Стефани не будет дома, Клайд пробирается в дом. Он приносит с собой книгу по экзорцизму и начинает читать молитву. По щеке Эмили скатывается слеза, и неведомая сила отшвыривает книгу в угол. Девочка, не моргая, смотрит на мужчину. Он разговаривает с демоном и пытается понять, что ему нужно от его дочери. Вернувшаяся Стефани выгоняет бывшего мужа, грозясь вызвать полицию. Клайд отправляется в Нью-Йорк, прихватив с собой шкатулку. Там он разыскивает еврейских экзорцистов. Старый Ребе Шах просит показать находку. Увидев ее, он говорит, что Дибук ищет непорочную, чистую душу. Он выходит из шкатулки в поисках подходящего человека и вселяется в него. Жертва начинает слышать голоса, и у нее случается видение. Все это проделки духа. Он хочет защитить своего носителя и прогнать других людей. На последней стадии Дибук соединяется с новым телом, и они становятся единым целым. Дух пожирает человека. Ему нужно лишь то, чего он сам лишен. Единственный способ остановить Дебука – велеть ему вернуться в шкатулку, назвав по имени. Клайд слезно умоляет помочь ему. Один из служителей синагоги соглашается поехать вместе с ним. Стефани слышит шум на кухне. Войдя туда, она видит, как Эмили сидит перед холодильником. Она то плачет, то жадно впивается в кусок мяса. Мать, зная, что дочь вегетарианка, пытается выяснить, в чем дело, но ей отвечает совершенно незнакомый голос. Он говорит, что Эмили здесь нет. Демон в теле девочки начинает крушить все вокруг, не подпуская к себе мать. Эм бросается в объятия матери, когда сознание возвращается к ней. Узнав о случившемся, Брэд предлагает поместить девочку в клинику, чтобы провести исследование. Утром, подготавливая машину, мужчина видит, как Эмили странно смотрит на него. Вокруг поднимается ветер, а изо рта Брэд один за другим начинает выпадать зубы. Напуганный мужчина садится в машину и уезжает. Сама же Эм падает и бьется в конвульсиях. Пока мать вызывает скорую, Ханна видит, как изо рта сестры вылетает мотылек. Позже она звонит отцу и просит его поторопиться. В это время Эмили помещает в томограф. В здании начинает моргать свет, а Стефани и Ханна с ужасом наблюдают за картинкой на мониторе. Они отчетливо видят какое-то лицо внутри девочки. Когда Клайд приезжает в больницу, шокированная Стефани соглашается на все его предложения. Эм нельзя забрать из больницы, поэтому они планируют провести обряд по изгнанию прямо там. Вынеся девочку в подвальное помещение, семья под руководством раввина начинает подготовку. Эмили неистово вопит. В какой-то момент Дибук одолевает тело девочки и набрасывается на присутствующих. Клайд просит вернуть ему дочь, но демон убегает в неизвестном направлении. Мужчина бежит следом. Он находит Эмили в морге. Она свисает с потолка и набрасывается на отца. Мужчина умоляет забрать его вместо дочери. Все стихает. Клайд находит дочь в соседнем помещении. Эмили приходит в себя. Ей очень страшно, ведь она не понимает, что происходит. Когда их находят Стефани, и Ханна, и раввин, они сидят на полу обнявшись. Клайд уверяет, что все получилось. Раввин понимает, что что-то пошло не так. Он начинает звать Дебука по имени. В помещении поднимается сильный ветер. Стефани, Ханна и Эмили видят, как дух просыпается в теле Клайда. Он начинает швырять его из стороны в сторону. Раввин продолжает обряд. Ему удается изогнать Дебука обратно в шкатулку. Все вокруг стихает. Эмили осторожно подходит к сидящему на полу отцу. Он приходит в себя и обнимает дочь. Вернувшись домой, Стефани укладывает девочек спать и выходит к Клайду. Она обнимает мужа, понимая, что он был готов отдать себя, чтобы спасти их дочь. Клайду звонит раввин. Он говорит, что отвезет шкатулку к отцу, чтобы спрятать ее в надежном месте. Сразу после их разговора в его машину врезается грузовик. Шкатулку выбрасывает на дорогу. А это значит, что демон найдет себе очередную жертву. Но это совсем другая история. Друзья, огромное спасибо за просмотр. Как всегда, подписываемся на канал, ставим большие пальцы вверх и, конечно же, пишем комментарии. Не забывайте. Смотрите ужасающие и реальные фильмы вместе с АМФ Филмс. Пока-пока.